Я бы подарил Деду Морозу огромный 3D-принтер, чтобы, когда ему дети прислали заказы, чтобы они хотели, он быстро бы распечатал их. Наверное, я бы подарил Деду Морозу удобные сани, чтобы ему было удобнее дарить детям подарки. Я бы ему подарил много подарков, чтобы он отправил их нам. Еще что бы ты подарил, подумай? Я бы ему подарил красивую форму Деда Мороза, и чтобы он приходил к каждому ребенку на Новый год. Олень. Потому что, чтобы ему легче извлечь подарки. Теплый костюм, чтобы ему было не холодно развить подарки. Я бы ему подарил валенки, шапку, ну и шарф там. А какая бы форма у него была, цвет? Расскажи. Ну, красная или темно-синяя. Много денег, которые я сам заработал, ведь некоторым детям не хватает на подарки. Я ему для начала бы подарил медаль за его доброту. То, что он дарит детям и не жалеет ничего. Во-вторых, я бы ему подарил снежную машину для изготовления снега, чтобы он мог даже, допустим, в Африке тоже, чтобы радовались дети его подарком. Я бы подарила ему оленей роботов, потому что, думаю, настоящие олени быстро устают, а если олени роботы будут, то, соответственно, подарки будут быстрее попадать к детям. Новые, большие и активные, комфортные сани, чтобы он мог в два раза быстрее доставлять подарки. Я бы подарила ему все то, что хотят люди на свете, чтобы он это дарил им.